Поздравляем. Как впечатление? Да, спасибо. Ну, великолепное проведение соревнований. Тяжеловато первый день мы после как бы отпуска. Сейчас заключительный этап проводим. Ну, не сказал бы, что тяжело, и не сказал бы, что легко. Так, среднее. Ну, нормально. Атмосфера хорошая, помогает. Но что-то все-таки эмоции больше переполняют от успеха или усталость больше сейчас? Не, усталости практически никакой нету. Ну, как будто так и надо. Как прогнались нормально. С ребятами встретились. Как бы долго не виделись, перерыв такой небольшой был, поэтому нормально пообщались и в этой атмосфере проехали гонку. Лично у тебя какие ощущения? Все получилось сегодня или уже понятно, над чем еще лучше работать? Да, совсем не рассчитывал то, что сегодня так получится хорошо прокатиться. Думал, что будет намного тяжелее и хуже на самом деле езда по трассе. Но получилось довольно-таки неплохо. Получилось поставить рекорд трассы, то есть самый лучший результат, от чего я вообще в шоке. Ну, так сложилось, не знаю.